маленький лайфхак, как прорастить реально за четверо суток семена помидоров вот разных сортов. Здесь им уже сутки. Вот сейчас я покажу, как мы это делали. Для проращивания мы использовали теплый пол в ванной комнате. Вот, кстати, как мы делали теплый пол, будет ссылочка в описании под видео. Вот видите, просто в обычных контейнерах из-под фарша, мяса, ну то, что в магазине вы покупаете, накрыто пленкой. Вот, поставлено на пенопласт или, как он называется, или пеноплекс. Вот, температура, вот видно, да, 27-28 градусов. Температура пола, соответственно, больше. Если вы поставите на пол, это все сгорит. Итак, проращивается на теплом полу, без всяких замачиваний. Семена засеяны обычным, самым обычным способом. Потом, значит, выставляются уже открытые эти коробочки. Вот, видите, такая у нас как бы верандочка летняя. Здесь много света. Вот, рядом это уже перчик, которому, наверное, месяц проращивался также. Видите, какой он красивый, зелененький, свеженький. Вот. Ну и, соответственно, вот цветочки также проращивались таким же способом. Все это быстро. Значит, повторяю, четверо суток на полу, на теплом полу, вот в душевой комнате. Смотрите наш канал, ставьте лайки, кому понравилось. Не забывайте подписываться. Всем пока!